Ну, а колба, следующий по факту, по факту колба сейчас попадает именно ты 10-му эрпалму. Ты 4-му эрпалму попадает, если она в Т4 тоже на печатку, ну, у тебя на 30 печати больше, это 50 тысяч урона, так что... Это понятное дело, все равно не такой профит, как на 50-му. Я чё... Я чё... Я воля полдина. На пропа. Типа я очередь занял, если хочешь из стенки, занимайте очередь. У нас мейн составе, если у тебя... Нет? Да, еще есть не все скобы, поэтому... Андрюха, не раскатывай его больше сильно. Так мы чё, ну, смотри, окей, не все скобами, но их нету вообще в брейде, блядь, а Ваня на успех... Слушайте, какой успех? Ну, еще что, Беротик мейн, нет? Нет, ты хапал, мэн, ты чё? А, наивный, наивный. Видите, да, с каждого размаха будет автоатаку пропить, блядь. Дай медведю протестить, а? Мне интересно на это посмотреть. Что там? Это трэш. Мне просто интересно, когда размах будет крутить эту тренинку. А всё равно помню. У Нарегора 100 тысяч хп был, отхилился до 6%. Пиздец. Че, все сдохли, Ивай? Это все потому, что ты не пужил стаки, Саня. Какие там стаки пужат, да? Да, колбу. Понятно. Все, понятно, новичок на Нарегора сразу. Новичок, я вообще не в курсе, что за стаки. Если что-то не знаю, то подсказывайте. Там стаки, если кто-то подыхает, он мешает стак, который хилит его. Пиздец, я спать хочу, я сейчас уснул в этом рейде. Вам надо, надо поменяться местами, надо, надо больше агри, чтобы тебе веселее было. Всем привет. Подобавить остальным Ване похилить, вот еще. Мне доножить сейчас к стене. Здорово. Сука, опять же. Ты слышишь, Сунна, как капитан Барбоса, да, блядь? Да. Всем блудницам мира не унять, да? Хорошо, на том поиграл, на этом поиграл. Импакта внес. Пора на пенсию. Начинай про товары делать, блядь. Ой, против палы я нифу. Слабо. Про товары это хардкор. Будешь агро набирать, блядь. Это мазохизм, а не хардкор. Зато весело. Скучать не придется. Дайте сиди курс по Андрею. Быстрее. Да, заново походу бить будем. Сейчас ёбаный насос. А кто там рылит? Да хули. Там пизда за рулем. Чё там за 60 тысяч, да? За 40. За такие бабки я не знаю, там 205-е челы. 210-е. Это Дашулич последнее время вообще там исполняет. Нормально так. Это ты просто их не слышишь, там вообще такой трэш. Чё в Дискорде. Ну я месяц или полтора назад за 20-ку что ли забирал. Но это не по записи было. Сань, надо было тебя подождать вот июня, потому что в июне по-любому меньше людей будет играть. Че, Санёк в отпуск собрался? Тактика. А нахуя вы всех собрали, да? Тот особо не скучно. Декорс по танку. Я лучше лист. Тот особо херни еще раз, советник.
2000. Это на Форбсе никаких ДКшников тут не видел? Каких? Ну, я иногда бегу там. Там он меня попал, а никто не лазит. Это хорошо. Там нету имбобилда какого-то? Я говорю, там только пока лазит. Что, в наеме тут? Что за бой, блядь, у всех бой? Да. Да. На Юэме какой, Хант или Прист? 20-й ЛЛ. Прист. Кто может пати в рейд взять? Да, я тут. У меня такие нету. Морочи пати. Сейчас захожу. А чё сагрилось, чё будет-то, блядь, сука? Не бафайте массом, пожалуйста. Чтобы остальным не дать бой. Дальше кипяти, Женя, тут нет. Да. Заходи. А там же я там Сашу стрелу позвал вместо себя. Или он ушел? Не, я уже тут в рейсте. Ну вот там хило хватает все. Или я прям нужен, Вань? Нет. Не знаю, у нас сейчас, скорее всего, забагается. Причем у меня хилбот не работает все равно. Я не вижу стрелы. Надо умереть. Вот суицид! Вот на видео он стоит и боятся, блять. Фатимань. Дойди, Андрей. Короче, Андрей на двух на килисете попахал. На войду можешь сейчас что-то? Вылить будем или что? Ну, да, нет, да. Нет, он в ДД. А. Я в ДД 4 кнопки. Кто попахал в ДД? В Акате в танке. Слышь, Вань, вы перетащите стрелу. Вань, еще и не шипать и Барменталю, и Марухичу, пожалуйста. Они написали... Давай умрем, короче, я рот ебал, но... Ваня, услышал? Так, ладно, падайте. Сбегите все в черепок быстрее. Все в черепок до единого. Только не заходите в инсету. Через диван, может, и... Шнурки. Надо диваны, никакие, блядь, бой будет на всех. Там кому-то что засадили. Петя, снимай диван. Куда он побежал, блядь? Куда ты хайп, ты где, блядь? Петя, есть бой? Да. Ну так сумми, снимай диван, умирай. Все, бой кончился. Что здесь? Так, ну пусть положить не достану. Нету боя? Нет. Вроде не верим. Отойди от тебя, фрейм. 3 секунды. Вот Рейвен. Бревестнику замену нужна Марухича. Можно забрать вместо него. Хотя вы давно, уже давно были добрать. Пати достаточно. Марухич сам пати просит. Бревестник плевай, значит. А. Из рейда. Марухич. Я в рейде уже. Окей. Только пускай бревестник или нет, или выйдет с этого.
Кому-то из ПД надо выйду, обмен. Что вот он, паладин, 13% меткости. Прям то, что надо. Покинешь вражеские пати. Не знаю, тут все люди, которые приходят спустя полрейда, это тоже такое. Ну, они получают ИП за полрейда. Понимаете? Надо сначала начислить, а потом принимать людей в рейд. Давность на пол. Есть джипс у кого-то? Джипса поставили. Чинитесь. Марухич готов? Нет. Дайте Сацион, дай каску к Марухичу. Вы нам на ком сейчас? Кто мне что-то тупит? На принца. Ага. Еще раз готовность. Ладно, давайте вакансии на Килисете, на Лонаре и Толдраме Андрей. 3, 2, 1, вперед. А, забыл. На сферках Кусяо, Шаклон, Бладрейвен, Дексион. Куда вы ядра так херячите? Сейчас. Следующий, кто, блядь, ударит по ядру, получит минус ЕП. Я предупредил. В Акате попал. Находим ядро. Пошли, вихрь. Это шибочка, не вихрь. Налибался. Ядро над миликами. Все. Давайте ядро возле Калисета, я не могу там бить, потому что солнцепадом задену сферу. Калисет, Калисета никто не бьет. РДД только очень аккуратно могут бить. Там ядро тащит, заберет, что сможет. Сейчас я тебя сокрудом всех. Сокрудом. Еще ядро тащит. Кинетика на подиуме. Снимите это. Смена цели 10 секунд, готовьтесь. Килисет Бладрейвен сорвал. Забери Килисета, пожалуйста. Казак он сорвал, правда? Геру дали, Волонар бьем. Бежали. Кирисет на мне, кирисет на мне. Ну, Катя, забей на ядра, забери просто кирисет. Да он на мне давно. Того, что уже не важно, что будет происходить, мы добьем.
Еще один вихрь. Тут Талдораму сыграли. Давайте 15 секунд, чтобы добить его. Сейчас дайте по авокате какой-нибудь сейф. Не надо. Вломили по килисету. Все по килисету. Я извиняюсь перед теми, перед кого я блинканулся там на последней фазе. Эх, блядь, спина. Числи, пожалуйста, мне уйти надо. Так, Сань, я ничего не чистаю. Можешь ему написать. Напишите, я начислю всем. Ты из-за крафа тоже не начитал? Нет. Так, джипси. Ну, я вспомню. Джипси и этот... Буревечник, кое-что. Скажите, кто там ливнул. Поехали. Хорошо. Напишу. Идите, идите. Забери враску вместо Марселя за Вань. На пол, чтобы был. Ты чё? Марсис уходит уже на работу, сейчас время. Не, да, на чистый. Ты мне дашь за цифровой ЕПМ? Я посмотрю, если не пистол дам. Проверь. Хоть на регорно, блядь, 1% был у босса, это заново бить. Да сейчас дорого покупать. Ладно. Да там бензин поднялся, доллар упал. Не, просто по уфологу дайте дикурсы, диспел по фулану. Ну а что дешевле стоит? Вот, возможности просто... играть. Ночью не играет. Там ночные рейды, ну, по Москве ночные. На Оми тут? 15 тысяч, блин, карта отдай. А я захожу, там есть люди онлайн, по 10 по Владивостоку. А ты? На Оми тут или нет? Я не могу ночью играть. Не, ну а понятно, я что-то... Да, что это сложно понять, ты понимаешь? Ты сложно человеку понять, понимаешь, что бывают разные ситуации. У него есть одна... Инженер тут? Да, да, да. У кого инженера только там плане. Чё, сумоньте-то? Хуёво. Что не надо. Ну, покатаешь, блин. То есть морский тут? Зморский. Че у вас там люди может или че? Тактику сыграйте. Радик сегодня минус сипа еще дать. За что? Что по приколу. Mm.
Было оскорбление с гильдийцев, что такое вроде. Оскорбил, что он сказал. Когда я ей в дике за компанию тоже. Да, да, успокойся. FDK это в кайф. Да тут пол рейда надо тогда, минусы точно. FDK об всех уже, наверное, с агильдейцев в жопу свою выдер. Ну, FDK ну, надо, надо. X2 надо просто бах. Тактика первым. Саня, шо вы там еще травите, да, его? Да, его. Там пиздец. Ужас просто. Я этого на регорд не терпеть не могу. Но мне просто времени нет возможности играть. По факту я только с вами не могу играть. Что заебали? Время, когда я могу играть, это по факту то, которое с вами играю. Все, больше не могу играть. Не знаю. Свои девайсы. Это прискорбно. А наоборот, хорошо, когда у тебя есть что-то в игре. Это хорошо, это когда ты можешь выбирать, что тебе делать. Это хорошо. Я могу выбирать, что стоит. Если мне столько времени в игре проводить. Как бы ты всегда можешь выбрать, блядь. Можешь сказать, ну нахуй на работу, я рот ебал и сяду играть. Ну, люди, ну не забывайте, с кем вы разговариваете. Кто это? Ну, это самый непробиваемый сагильдийцы из всех непробиваемых сагильдийцев. Единственный, кто с ним может справиться, это Лёня. Да, ну, типа, снова. Это только Лёня может составить какую-то конкуренцию. А, кстати, куда Эрария делся, ну? Да вот он, это, немного устал. Много устал? Да, немного устал. Летя, сколько там надо бусов раздать? Четыре. Варов-то нет вообще. Я мы еще через лужу чаршу увидим. Ну да. Я так же, когда и на пол. Не, ну в принципе могу это сварганить. Чаржа там, не знаю. Да блин, я с пула сразу два даю на пула. В чем проблема? Да я хочу, блин. Да ты сразу этот. Вот ты сам когда это. Тирает какой-то день. Не понимаешь. Сам я после ланы оф и прям, блин, сейчас струблюсь. Так, фласки к Сацуны, там у меня все есть, в принципе. 3, 2, 1, ДКшки подлетели. Дай саппорт. О, я пойду к этому. Угу. У тебя есть? Конечно. Полный инженер, ничего не понятно. Шкаф дайте. Шнурки ты страшно лихуя. Шкаф. Че, я там пока не нужен или нужен? Пять еще дальше стрельба. Добраска, Изморские, Бодрейв, Симони. Был взрыв на ФК? Или как? Да. Кого напуливать? Похуй, на кого бог пошлёт, в раз как бы. Запросто. Пуль медведя. Чисто закрыл глаза, блядь, тыкнул на фрейм. Проблема, если по таргету босса напуливать, там может какая-нибудь чепуха, надо Д влезть и весь на пул в него уйдёт. Да и похуй. Вот Рейвен тот или нет? Нет, он АФК. Ну проверку пройди, там написано АФК на фрейм. Ты Наоми тут? Который хан. А что, сапрот пьем или ДДшно? Ну он в целка как бы находится, то что его кикать надо. А. Ждем минуту с ним. Как квест сделать, можешь пока рассказать пока. Короче, стоишь и бегаешь за Андреем. Что тебе надо сделать? За уфологом. Ты только на хп шмот одень, а пока вот там. Он в танке вообще.
Стойте с ним неукушенный рядом просто. Так, стоп, мне в танке или... В Акате спекайся там в ретрика или в хила, похуй. А пока успекаешься в танк, одеваешь грань. Ваня, мало 4 людей пустить. А ты да, на 4 человека долбануть-то? Ты что? Он... Ему надо 4 людей укусить. Его нельзя в танк спекать. Он должен зайти, полутать зеркало и... Значит, его вторым кусаем, чё? Да не, просто... пускай он просто наберет огромное, да и кусает всех, а со мной стоит тут танчик, да и все, чё ебать нужны. Ну, пусть он вторым просто этот... Ну, в танке ему проще будет выжить, я вот так скажу. Да что, я там кошмар одел, блядь, и просто погрызу народа и все. Ну, раз я уже забил на регорно, сейчас будет. Нет, ты хватаешь зеркало, на тебя вяжется баф. Потом ты кусаешь укусы и 4 раза должен укусить. Каждый укус снижает урон цели. Давайте я на пулю на него. Главный вопрос, мы ждем Саню или пулять будем? Ждем на ловит. Забрался? Нет, его не выпало. Под пасть давайте. Ладно, Наоми, отмена. Напулить на него, нет? Наоми, нажми там камень. Так, у нас пати такое еще себе. Надо этого Будревена взять. Дай помощника. Он на ФК. Он уже здесь. Кого ты вместо Будревена взял? Тебя. Бля, тут еще стреляет. Там давай лучше. Скибиди, заходи. Тоже в рейд. Кого сейчас хилить будет? Не просто. Стреля на замену, Скибиди в рейд. Возьми вместо меня Будревена. На замене посижу. Давай. Возьми рейд. Сманите меня. Смените меня и этого. Сука, выпали все три, никакие могли выпасть. Стой, выпало, ты суманите. А, блядь, я тебе не могу шмотки. А шмотки, это будем? И потом давай, разъебешь. Нет, да, да. Где ты там? Да он стоит, да. Я принял. Жирная хуйня. Паллинджер, сиди пока на замене. Там работяги за чат что-то говорят. И 5 ЕП и отойти на 15 минут. Вот так я скажу. Через 15 минут. А вообще вот ты сваливаешь через 15 минут. Ну один трай оттерпеть придется. А РТ до скольки? До 16? Вот, да. Давайте трай тогда, что вы стоим. Паллинджер, ты из-за того, что сидишь в пати, получаешь ИП. Хочешь, иди. ИП получать не будешь. Вот. Меня суманите. А ты нам нужен? Я только из мира вышел. Шмотки отдавал. Я вышел. Все снимайте. У Древа на Скибиди еще суманите. Короче, мне тупо просто с танком бежать, а потом грызть народ, да? На дебаф посмотри, чтоб точно был. Я тебя второго укушу просто. Ты зеркало должен словить. Там он танк и шмот напьет. Мне еще и фростойку включу, чтобы у меня 60к хп было. Теперь я сильный. О, если клиента устарела, кайф. А там 9 так. Метров. Все, готовность на пол. Я стоим под жопой. Сань, мы... А где Ухолов? Мы в точке будем бить или что? Вместе будем пять. Просто выстрелять без сопроза. Не, мы это уже так видели, все нормально. Кто МТ? Будреван. МТ Уфолог.
Локации второй там. О, дайте рыбу поесть, погодите, да. Брысить сразу можно? Чё? Можно. Он вторым будет покусанный. Он все равно бесполезный. Кто бесполезный? Надо, чтобы РДДшник забрал в ДК у нас. По ДПС уменьшить один ДДшник. Поэтому важно, чтобы РДДшник забрал. Все. На первой секунде припоты пьем. Беги вместе с танком. Я, блядь, он улетел. Трактор. Зеркало успел утонуть? Да. Давай, зеркало на мне. Можешь уходить. Ну все, можешь выходить из-под зеркала. Ну и пожалуйста. А теперь мимо. Все, тебя раз потонул, и все, дальше кусаешь. 27 фут. Отсюда. А, да. Справа. Будет Будрейвен со мной кусаться, вот, укусишь шнурки, мой выбежал. А пока укусишь шнурки. Да меня можно не кусать. Пиздец, тут дэмэджа. По 2000 бьём. Вот, закинь ПС-ку. Вообще пиздец, убили его. Тихо. Том. Хочу, он выбежал. Будрейвен, мы с тобой справа встречаемся. А пока... Да, найду я ее. А кто там? Ты сказал, что он по грызть. Фолктик. Да, шнурки будешь ловить. Так, когти за Лейнер по Войду. Кусяло по Сацуне. После теней будет Фир. Человек, который побежит с тенями. На него зубы. Хай. Не надо на него зубы. Все, отбежали уже. Рейндж держите, убирайте. Будрейвен, ты где? Ага, вижу. Я вот штуки не вижу. Да я вон рядом с тобой бежал. Да все, он укусил, потому что не нашел Будрейвена, ну блять! Он прямо около тебя был. О, вы рядом были. Он просто выпил эту хуйню, блять. По пирата превратился, я поэтому его и не видел. Тень. Когти зверя, дай БР поопределенно. Что там еще есть? Кусяло по враске. Скажу, когда встать. Вставать враск. Будет, чтобы я на ФП прыгал. Ну, дайте БР. Маша Инер косить, залила. Так, кого там еще Инер есть? Изморский Инер по Маше. Изморский, дай Инер по мне тогда. Ой, не Инер, а Б. Это фестера, пожалуйста. Дексион. После. После пакта сбежим, встаем. Кто-нибудь, выйдите. Ну ладно. На укус вы видите любой. После пакта враска встаем. Меня не резнули. Дайте изморский БР по враскам. Сейчас пакт закончится. Okay. Сейчас вставай. Okay. Топ хайп выбежал. У нас ДПС сейчас не хватит. Ренджу набрали. Сейвы отдали. Саня, могу
укусить тебя. Сбежались. Можешь кусать. Петя укушу. Отдали Геру. Куся, убейся. Морски выбежим. На 20% 30 секунд. До посинения. Войт, нажми гимн на ману. Да, не, без шансов. Потеряли ресурс. Из Морски выбежу. Блять, ну... Ну нахера вы эти, блять, пиратов ебаете, блять, это пиздец. Я, блять, не нашел из Будрейвена из-за того, что он там пиратил. Что, у тебя фреймов нету, что ли, на маге? У меня есть фреймы. У меня просто нет этих... я... Короче, тут лагает, отключая некоторые вещи. Я по человеку, по модельке ищу. Чисто зрительная память. Ну да, примерно зрительная память. Сложно локо найти. Вон, есть. За зрительную память. Я узнаю тебя из тысячи по глазам, по глазам. Так что нам вставать или резать будет? Ну конечно вставать. Этот. Доброй охоты. Я примерно знаю, как лок выглядит. Вон я ж тебя нашел. А вот Рэйвена не нашел, потому что он, блядь, этим пиратом был. Ну, минус ЕПМ, значит. Минус минус. За пирата, блядь. За пирата, конечно. Смотрим вечером в правилах, да? Нельзя юзать. Чисто пираты лутают минус 300 ЕПМ за каждый выпитый бутылку рома. Сейчас панды охерели, блядь. Он по сути саботировал, понял? Да очень виноват, он не знал, я просто не нашел его, потому что глазами искал, блин, лока. Ты вообще на первый взгляд, что половина людей вместе стояла? Да, кстати, там сова какая-то стояла, блядь. Окусял за то, что не укусил. Минус ЕП. Полили пацана. Правильно, правильно. Пусть тренируется. Ну ему минус 300 пошел, он не вайпнул. А я вайпнул. Слушай, а что на этом на вихре не прохилили, там на рейнже я стоял, это кому минус? Тебе. Почему мне, блядь? А ты чё не прожался, на? Чем, почему я ему прожаться, блядь? Сфинктер сжать сильнее? При плотном хп. Сфинктер, сживай, нахуй, подбегай к челикам, похуй. Ладно бы я там бы не стоял бы с кем-то, ловил бы, типа, сплэш, но нихуя. А чё, вилка тебе не таймят тут или чё? Она, в смысле, только плюшка, которая летит в цель, можно только ее отразить, а доту не снимает она. Так. Ну а ты на вилке прожал все-таки? Конечно. Конечно, уру, да? Меня дотом убило, понимаешь, через вилки, которые постоянно дамажит. Конти, кто-то хил с абсорбом, чё там? Так, кто там ливнул в среду? Джанг. Так. Джанг. Ваня, заходи. Ваня, не слышишь? Да, захочу. Мой детайлов совсем не показывает. Нафиг столько рыбы-то.
Для ДКшников и для обычных людей. Помолчите сегодня, пожалуйста, Враска. В ресторане. Оставьте шкаф. Вот метка. На метке никто не стоит. Кроме людей, которых кусают. Две метки. Смоньте Ваню. Он здесь уже. Черт. Да. А он опять пират. Правда, дверь за пиратами не стоит. Да ладно, я его уже найду, я буду знать, что это он пират. Единственный пират — это он. Шкелет — это кто? А Покал может набить этот, как он называется, нахуй? Ну там Агрона берет, набить может Т4, чтобы дать на взлетку нам? Да, да, да. Ему руниками главное бить. Только ты власть... На первую взлетку давай... Власть льда ему надо включить, чтобы это сработало. Пусть набивает. Просто ему же не обязательно бить, он может руниками просто бить. Да, через ОП. Да. Я пока власти. Власть льда и набивай этот рагу. Только не спула. Вот. Попозже. Типа. Да, ты... Че, власть льда, что еще? Опа, не понял. На взлетку Т4 надо будет, понял? Понял, все. Все, зеркало поймал, да? Давай вводить поездку. Тень. Пай. Пай. Привет. Лёв. Успокойтесь, пожалуйста. Когти зверя Иннер по Марухичу. Кусява по Сацуну. В Дрейвен также встречаемся с тобой в Кресту. Дексион нас встречается с Покалом. Квадрате. Пенни. Мы расстались. Локстар. Локстар выбежала. Ну что там по курсам, ребят? Так же все? Первый Дексиона и Будрэйвен выберут. Так что... Где-нибудь. Этому человеку, если не ДКшник, он у Маши поджала зубы по ней. Теперь точно, она в лужу забежала. И антифир по ней. Андрей, закинешь Линнер по Маше. Блять, сейчас бежали. Не нашел Дексион, на штурки укусил. Нам на ХП сдал, на второй там наем сдашь. А-а-а. Потому что худите, подбежали все. Отлужат. Пак, подвигались. Блять, ну алё, ну. Вы упали, зашли в лужу. Все равно не убьем уже, зашли в лужу, не тратьте время. Бета-тестер, Полинор, МСП. А чё вы столько луж здесь налили? Ну, пиздец. Ну, стакались, на лужи разливают. Вот еще тоже момент. Локсар долго выносил, с блинком тем более. Лиглы бы нет. Потому что хватит фудить, сколько раз вас просить об этом. Сейчас кто-то давайте скажет, что это лишнее, будет минус сразу. Вам будет с убийством, я пошел. До свидания.
Так я ж лужу не разливал. Женек здесь. Да, здесь. Все, заходи, давай. Сейчас, 30 секунд, я выйду с игры. Давай, давай. Сейчас. Дело не в луже, разливали вы вниз. Не снесли. Поэтому. Ебани шкаф. Посмотри. Саня, бета-тестер, тебе уходить надо или что? Санька, тебе тоже походу? У меня горит жопа, и я не хочу просто ничего никому высказывать, так что я лучше попрощаюсь со всеми и до свидания. Охуенная позиция, если честно. Это вообще. А мне все равно, что ты там думаешь, до свидания. А Андрей, линкани сейчас абсорб за этот кран. Блять, что-то сагрит. Бэтик. Я укушу тебя, Бэтик. Что-то это апокалипсис, напомню. Задвили калич на лужи, вы долго сносили бак. Все троем получили минус, в чем проблема. Просто кто-то хуёво разлил лужу под самого босса, а нам ебашит ИП. Охуенно вообще, просто кайф. Так а вы, блядь, её не видите или она невидимая для вас? А как ты умираешь в луже, я не могу понять, дружище. Ты что, лужу не видишь, отошёл? Нет, можно скажу. Можно, там радиус у лужи больше, чем нарисовано. Там намного дальше отходить надо. Ну, почему все видят, кто умирает? Ну да, все видят, а на самом деле просто кто-то на один пиксель зашел ближе, а кто-то ниже, и все. Так, блядь, давай я скажу, блядь, ну тут пиксель был, ну не минусуйте вы еще, хуя. Не, я вообще зашел на 2 секунды, типа, мне ебашло. Потом видел, что бьет, отошел, типа. Все, ладно, ребят, все, все нормально. У Сашки пригорело, сейчас сидит, выпьет пивка, вот потом нормально. Все, давайте продолжать. Я минусую со всем, кто в луже постоял. Так что... Давайте. Суцуны, рейки. Кидай обмен этот... Суцуны. О, не могу рыбу тыкать. Пиздец. Эй, это где-то тут стоит по-любому. Что, психа? Отойдите с рыбы. А за что минус, если нам сказали зайти в лужу, блядь? Типа, я не понимаю. Ну, блядь. Тоже потом было. Было потом. Чё ты сразу и минусуешь? В прямом смысле потом. Короче, вы заебались сразу. Ваня, сейчас тоже минусовать не спеши сразу. Так, мы лужу не разливали, за что минусы, я не могу понять. Вы пакт не снесли, и нас ёбнуло из-за этого. Так, да, у нас не было еще пакта даже. Короче, смотрите. Не снесли пакт, упали. И плюс, короче, лужа была, которая с краешку стояла. Там 3 человека упали, просто зашли в лужу. Это до анонса того, что умереть. То бишь, вот это надо отследить и дать минус. Все остальные, которые уже после команды сказали, упали, типа, им не надо снимать. И минус они, минус 300 лаксар еще. На улице. Просто, типа, короче, там 5 человек, которые проебались. Вы должны, блядь, сами говорить, что вы проебались, а не вас искать, вот выискивать. Можно блядь, быстрее, пожалуйста, слышные, очень, времени блядь нету. Пулим или что? Я лост. Да, глыба снимает. Лаксар. И рендж набираете. Блять, порвал. Ой, ну. На пол был? У меня сейчас был на пол? У меня дискомэр. Да. Минус, давай. Там. Падайте. Зайдите в воду. Как так получилось? Ну потому что на пола не было, я бурстанул. Пришлось нажать глыбу. Ну не глыбу, а копию.
говорил, у меня зависла игра. Да нет, блядь, я танк имею в виду, коробку получил. Я в тебе еще раз говорю, я сорвал босса. Хорошо, сейчас не буду. Мне знать не влей дает. Давай минус 300 в раз. Ты сказал бы он до этого, что завис. Не давай. Я во время пула повис. Чего я тебе сказать должен? Ты не сказал, что ты завис во время пула. Мы уже начали бить. Потому что, блядь, я начал бить, у меня повис. Порезать. У вас последний. Последний будет на сегодня. Завтра снег приходит, я добрал вам. Это если, Саша. В принципе. Да. Я уезжаю на выходные, я буду в неделю. Хорошо, кто придет. У меня вот есть день рождения. Да, конечно. Будь я тут на регорн, блядь, пизду. Давай мне аккаунт, я за него зайду, когда буду собирать. Так проблема не на регорне, Саш, типа. Причем, ну ушел ты на регорн, что мы, блядь, не можем убить или что, без тебя, типа. Просто люди вот ведут себя, короче, очень неправильно все. Здорово не скажешь. Я тоже эту хуйню не понимаю, блядь, это не ПВ, блядь, солят. Ну отняли, да хуй с ним отняли, так отняли, я вон себе сколько, я больше всем, чем всем себе отнял. За все время. Да, сами, да. Да только за, отняли, да, за ошибку, а когда кто-то не вынес лужу, дают минус 100, не сдох, но это реально первый раз. Дали, смотри, дали минус, мы почему сдохли, мы не из-за лужи сдохли, вы пак пост долго сносили. Так, Саша, Саша, все, давайте, закончим. Вот нам поговорить. Да, это мы закончили. Я все понимаю, что нам все поговорить. Спросили за 100 минус, ответили, пак долго сносили. Лужу херово разнес, вынесли, она тоже получила минус. Все. Ставьте шкаф, давайте сама ничего. Лок. Тут. То есть после взлетки она посадится, надо сразу всем максимально быстро сбегаться. Вы долго сбегались, пак дамажит всех людей, пока вы не снесете его. Вы его сносили долго. Хилам здесь и так напряжен. Хили. Ты, в принципе, с хили узнаешь. Все, готовность. Это кулака нет. Выкните по-вражески кулак. Слышишь, я скажу, апокалипсис, слышишь меня? Да. Смотри, короче, сейчас запулим босса МТ-ши до тех пор, пока не укусит босс. Потом я заберу босса. То бишь набивай гроусь максимально. Андрюх, ему надо зеркало получить, ему надо быть вторым, а не первым. Лута нет. Зеркало надо быть просто воды танка. А, ну да, ему зеркало надо. Так он на зеркало будет. Да хуй. Дрюха, ты первый там, у тебя покал рядом, у тебя зеркало. Да, да. Сейчас забирайте. Шустро. Кто спулил? Не знаю. Был волшебный огонек. Ну это был на пол на апокалипсис. Это было пиздец, конечно, раз, блядь, и молодец. Какого апокалипсиса я уфолога на пуле? Да уфолог покусанный, все, че вы, пожитесь. О, я вас... Я вас... Не убегай, Марухич. Зашли в ужин. На пуле прикольно. Блять, вы угораете или что? Что вы делаете? Нет, на пуле... Кто это сделал? Меня, потому что я уже когда побежал в рейд... Посмотрите, вон там у кого-то даже в чат пишет, что я на пуле уфолог. Жека, 3, 2, 1. Ну долго ты.
Ну, напуливал он на эколога, а кто спуливал? Кто босса-то спулил? Ребят, лежите там в уголку, сейчас перестану. Это софа была. Посмотри, Войт, у тебя же есть. Что есть? Ну, видео, или ты не снимешь? Чего, блядь? Блядь, это надо останавливать записи, открывать видео, смотреть, блядь, замедлять. Ну, после рейда. Скажешь, потом ник я ему отниму. Я там, по-моему, босса в таргет не выделял. Я видел только что. У меня в боссе был выделен таргет апокалипсиса, но я увидел на пол. Все, больше я ничего не видел. На пол? Это мое мнение. Это чисто мое мнение, все. А дальше смотрите видео. Он же был, когда он на нем таргет. Я видел волшебный огонь. Кем-то костанут. Волшебный огонь — это друиды. Либо еще коты. Иногда. Коты или сова, может. Может, мискликнули. Пускай сразу скажут. Волшебные огоньки. Погоди, Декс, у меня мана закончилась. Как вы можете посмотреть запись, я волшебный огонь кинул, как эти звери, кинул, когда уже босс пошел уже именно в рейд. Когда, так сказать, уже спулили, я тогда кинул волшебный огонь. Так я сейчас это... гляну, погодите. После. Кто пульнул? Мы пул еще делаем? Или что? Да, делаем пул. Сейчас убьем его и разойдемся. Да, короче, последний трай. Что-то сегодня опять это на всех плохо влияет. Мы извращенцы, блядь, вдвоем. Да не, я считаю, что просто надо пофиксить эту хуйню, во-первых, с этим. То бишь, когда вот Саша развёл, блядь, кому надо шмот, мы типа подходим к боссу, пока бьем трэш, и они уже все решают. Кому надо шмот, кого меняют. Все, в это время. Это очень много тратим времени на эту хуйню. И вот эти возмущения, блядь, ну проебался, если у тебя есть адекватный, типа, короче, ну, типа, скажем, сказать, в обратку, чё, где не так было, то бишь, что не ты, блядь, закосячил, скажи. Нет, слаг, все, минус ЕП, сидишь молча, ебашим, дальше. Вот эти, блядь, разлагольцы, пиздёж бесконечный, нахуй, она нахуй не нужна. Так я не понял, чего вы мутите? У уфолога напуливаю я-то все так же? Да, блядь, все так же. Да, ты уфолога напуливаешь, что делаешь то же самое. Но делаешь это не втихаря. На пул видит кого-то другого, блин. Алиш убили, давайте. Крест квадрат освободитесь, выносите сразу лужи. Кто херово лужу вынесет, будет минус 1000 сразу. Ой, дай ПС-ку. Тени. Скоро тени. Полинор побежал. Молодец. Садя, пассивная агрессия. Сяо, Иннер по Сацуне, Маша по себе, Когти Зверя по Войду. Изморский Дексион выбежал по Скибиди. А кому еще раз? Бля, я думаю, что помню. По войну, да. У Дрейвен встречаемся по кресту. Эксиона с апокалипсисом в квадрате. Апокалипсис не набивай, короче, эти руники. Типа, только когда надо будет нажать Т, когда он набивает. Смотри в лужу, не забеги, Дэн.
Красавчик. Друг, он покусанно на грани генерит. Дексян, только не проеби квадрат, пожалуйста. Со стороны квадрата очень много луж. Где-нибудь там... Всё, сейчас крест несите. Ну, важнее, чтобы вынесли. На Йоми побежала. Ладно, беги, беги сюда, похер. Я опять не вижу Будревена. Продал. Сразу сбежали, уже сбежали. Потом шнурки укушу. Я в дике укушу. Нажми таунт. Пал, нажми таунт. Или таунт он уже не тут. Ушу я в дике. Женек побежал. Давайте шнурки упадет. Шнурки упадет, Женька укусит. Топ-хай подальше укушу. Топ-хай в районе креста. Изморский вып. Изморского укушу. Ну, попробую Женька укусить, конечно. Я ж говорю, я укушу его. Понятно. Топ-хай в район креста. Рэндж, держи только. Бей-бей, пока босс топ-хай. Блять, ну чё ты прыгал там возле меня, ёбан? Ресницу топ-хай, побыстрее. Вставай. О, я в раз не укусил, блядь. Меня ещё можно тоже укусить, да. А в раз поближе, блядь. Да, Легеру. Полинор выбежу. Четыре кнопки не пушены. Сейчас чего, но убейте. Дайте БР ему. Встанешь после пакта. Войд, закастуй гимн на ману. Есть асбаун. Надо убивать. Вот если б меня не убил. Вставай, сейчас чего, но пока выбежим. Дайте еще одну геру по нему. Где я должен хватить урона тени, вынести это? Сейчас будут тени, вынести главное. Четыре кнопки укус. Отдай пока сейв. Не, давай пока шок, я затем. Запали уже. Добивайте, добивайте. Бабл, 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 бабл. Бабл. Да, Рора зимой. Уверенный трай. Ну, а пока ты выжил, нет? А пока ты сдох, да? Да, я сдох, парни. Все хуево. Слушай, я понять могу, у нас ДПС не хватает из-за того, что пару челиков просто падает, да? Прям мы впритык ебашим. У нас укусы падают, укусы. Три танка и, блядь, топ-хайп. Какого-то хрена взял, прыгал, не бил, блин, и подбежал за близко. Я сам подбегу к тебе, просто стой в районе креста. То есть его можно минимум дать, да? А ты к нему подбежал? Чё, всё, рот, да, получается, можно? Саня, а ты к нему подбежал? Я стоял в кресту, вот с одной стороны, с другой, он начал бегать, блин. Еще рано, тем более, 20 секунд еще до укуса было.
Надо было падать, раз он сдох. Так он уже в берсу сдох. Да хули, блядь, делать на другом КД, блядь? Куда спешить? Вот, осколки проебывают. Ты их проебываешь? Похуй вообще. Какая тебе нахуй разница, проебываются они или нет? И пэшим. Бой 10. Раз. Два. Дай. Ну что, не идем побивать? Еще раз. Лича, не пойдем бить? Кого? Лича. Иди, что мне надо завтра. А что там, вы Вальку похилили? Токен. Словок 10, Петя, ставишь больше. Раз. Два. Три, кидай. 10-20 поставил. СП щачлон, он упал. Топ-хайпуй мне. Щачлон я дал. Что на сегодня? Все, или идем лану хилить? Тебе дал. Топ-хайпу дай. Воин, жрец, охотник, шаман. Воин, охотник, шаман, точнее. У тебя есть лут, Сань, все, да? Полинор, тебе на мейн 10 или на офф? Да, на мейн. Илья. На мейн? Да, да. Кидай мейн. Погоди, Илья, ты же уже собирал уже на мейн себе. У меня один только. Все же забирали потом в итоге. Ну, я помню, мы собирали, собрал себе на мейн, а потом я собирал сам последний, собирал на офф. И все уже начали собирать на офф. Ну, у меня один только.